Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам отличное приспособление для домашнего хозяйства. Делать мы будем из ПВХ-переходников диаметром 50 мм. Вообще, канализационные трубы – это находка. Из них можно сделать очень много полезных штук. Также в нашей самоделке нужны будут пластиковые бутылки с вытянутым горлом. Короче, сегодня пускаем отходы в доходы. ПВХ-повороты у меня на 90 и 45 градусов. Для каждой приспособы нужно по 2 штуки. И единственное, что надо сделать, это подрезать 45-й поворот вдоль трубы. Сделать это можно ножовкой по металлу, болгаркой, ну а я для ускорения процесса сделал на ленточном станке. Берем канцелярский нож и убираем все заусенцы. Далее вставляем заготовки друг в друга. И вот самоделка готова, буквально за пару минут. В моем хозяйстве есть пара-тройка ушастых зайцев, и уезжая на пару дней, водички им уже не хватает. И сейчас поставим им бункерный водопой. ПВХ-переходники можно было закрепить и через сетку, на те же пластиковые стяжки. Но у меня есть кусочки фанеры, в которых я сделал отверстие коронкой по дереву, и ПВХ-переходник заходит очень жестко и держится довольно отлично. Осталось пойти налить водички в бутылки и установить на свое место. Таким образом, я установил все поилки. За счет там какого-то закона физики, она не проливается и сама подливается при необходимости. Почему так происходит, я не силен, но буду рад, если кто-то напишет в комментах, чтобы и остальным было понятно. А поилки получились очень простые и довольно хорошие. Сделать может каждый за пару минут. Берите на вооружение и поставьте лайк, если вам идея понравилась. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Всем желаю хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока-пока. Drops that fell. I'm over us, I'm over you.